Друзья, всем привет! День у нас сегодня 26 августа, 2К18. Сижу напротив аптеки столички, жду Ольгу. Она зашла лекарство себе одно приобрести. Погода у нас сегодня хорошая, теплая, немного ветреная. Время ближе к обеду, уже 11, наверное. Мы вышли из дома, когда на улице светит солнце. Надо сходить по делам. В одно из дел зашли, в аптеку столички. Ольга зашла. Теперь нам нужно зайти в Сбер. Тоже Ольге надо. Потом нам нужно зайти в Слетать.ру. Нам обоим надо. А уже потом надо дойти до Ленты и приобрести некоторые продукты питания. Вот. Сижу, жду княгиню. Одно дело сделано. Смотри, идите, покажи, как это делается. Ну вот, например, картинка, да? Так. Вот я, например, выбираю. Ну вот, хотя бы, пускай это так делаю вниз. А. Вот даже, видишь, мне надо еще вот на это. Нажать, да, и снимок. Все, сделался снимок, отлично. И все, и он убежал туда. Ну я ей покажу как-нибудь. Ольга мне сейчас показала, как сделать скриншот на телефоне, на ее. Надо будет одному товарищу знакомому показать и рассказать, как это делается, да? На Xiaomi 5A Redmi. Можешь через эту зайти, да? А тебе же забрать нужно. Ну как не надо забрать? Ну. А еще и деньги ты хочешь снять? Какой? Т-009. Ой, очереди поменьше сегодня. Поменьше, но и этих нормативных. Один работает, 100 пудов. Выходной день, да? Тебе нужен этот мобильный банк? Тебе с ним удобнее? Вот поздравляю тебя с новой картой. Ура! Че, идем в этот, Слетать.ру? Угу. Пошли. Взяли выписку, в общем. Перечень, да, некоторых отелей. Сколько он там у нас? 3 в Аланье, 3 в Кемере и 1 в Абхазии. Менеджер Игорь нам распечатал. Почитаем в интернете отзывы, посмотрим, что там да как там. Какой же он скучный момент, да? Ему не хотелось пользоваться. Ну, Игори бывают разные. Все, идем теперь в Ленту. Мне больше нравятся энергичные и болтливые. Энергичные и болтливые, у которых рот не закрывается. Тебе надо кто-нибудь, чтобы кто-нибудь базарил много. И тогда я вливаюсь, а когда начинаешь там, ты что же сказать, как продолжить. Что за молчание длительное. Пауза возникла. Видите, как сделали вход в Биберево? Классно, да? Новенький. Так, а чего куда-то мы что-то не забыли? Мы в Ленту идем. Пропустили какое-то место. Напомню. А ты хотела что-то купить в этих перчатки, киосках? Перчатки. Может, на обратном пути будет сумка? Да, на обратном пути зайдем и купим. Доставай мелочь. Мне нужно обратно нету. Нету копеек? Вообще. Найди хотя бы 5 рублей. Вообще нету. Обалдеть. Вперед. Набрали продуктов питания, и не только. Целых 2 пакета, прикиньте. И даже наполнитель для кошачьего туалета есть. Ольга зашла за перчатками крутыми в магазин «Блеск». Всего лишь час мы походили туда-сюда, а Ольга уже лежит замученная, вы видите. Будешь вставать, нет? Да. Когда? Когда я расстегну тебе молнию сзади. Давай, подъем. Может, я неспроста прибегла. Неспроста? Ах ты, какая хитрая. Пойду я делать обзор. Покупочек. Покупочек, да. Итак,
У нас есть 2 пакета. Ох, блин, тяжеленные. Еле дотащил, ребята. Вот они, значит. Итак, чек. Поехали. Есть овсяные хлопья лента, товары высокого качества. Мед по скидке 160 рублей алтайский. Кошка, ты что здесь делаешь? Это у нас гель чистящий для туалета. Кошка. Так, есть такой кекс. Изюминка, смесь для выпечки. Добавить маргарин, молоко и можно запекать. Дальше взяли, значит, конфеты Левушка. 0,5 килограмма. Где-то что-то. Каталог. Нахрена себе каталог, блин. Прям глянцевый журнал лента. Магазин. Со скидками. Взяли гречневую крупу элитную. Крем для ног Ольга себе взяла. И перчатки. Она заходила себе покупать в палатку для мытья всего, чего только можно мыть. А здесь у нас находится мясо. Взяли 2, почти 300 грамм, 2 килограмма 300 грамм свинины, лопатка. Взяли крылья 760 грамм и взяли голень, да, 870, ну почти килограмм. Больше там ничего нету. Итак, покупки вышли, значит, на 1401 рубль плюс вот эти перчатки, не знаю, рублей 50, наверное, стоит. Вот так. Обзор сделан. Сейчас будем это дело расставлять. Оля, ты что, уже спишь? А как же, блин, пообедать? Слышишь? Пошли кушать, я супчика хочу, харчо. Ну что, готово к употреблению? Супчика, харчо. Тебе ложку дать? Да. Или вилку тебе? Ложку с дыркой. Твою любимую. Держи. У нас сегодня на обед суп харчо. Да? Хлебушек, майонезик, халва, соль, соль, ногти, маникюр. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Да, кушайте, не обляпайтесь. Сижу, ребята, монтирую видос о том, как мы праздновали мое день рождения. Ольга говорит: хочешь посмотреть, какой у меня здесь агрегат есть? Я говорю: сейчас приду, гляну. Что-то мне уже страшно. Что это? Офигеть, это же миксер. Да? Фига себе. Это тот кекс, который ты, да, купила? Ага. Ты что туда добавила? Маргарин и молоко? Молоко, маргарин. А соль, сахар, нет? Ну, прикольная штука. Карлет. Да, сейчас это она растворится, это масло. Маргарин, видишь, какой-то. Ну, да. И через сколько примерно это будет? Через час. Нет. Однородная масса через сколько будет? Минут через 5? Наверное, да. Ну, он такой громкий, да? Да. Может, скорость сейчас ему прибавить? Да вроде нормально работает. Ну, круто, круто. Я не знал, что у тебя такое есть. Давно купила? Сын подарил. Сын подарил. 8 минут. Ты что, банан хочешь добавить туда? Нет. А, просто съесть я не хочу. Спасибо. У меня таблетка в роте. Какая? Маалокс. Поняла? Желудок болит. Ну такая типа изжога, не изжога, как непонятная. Ну ладно, занимайся. Еще скорость прибавила. Да. Ну крутая вещь, кстати. Четкая. Смотрите, ребята, что приготовила Ольга за воскресный вечер. Здесь целая кастрюля, сковородка новая, котлет.
супчик овощной с брокколи, да? Брокколи называется? Брокколи, да, капуста такая. Кексик. И вот мы сейчас будем дегустировать все это дело. У меня супчик овощной. Вот видите, брокколи здесь плавает. Котлетки, макарошки. Макарошки, котлетки, кетчуп, майонез. Соль. Надо чуть-чуть подсолить. Есть. Чуть-чуть поперчить. И трапезничать. Ну, кушай, кушай, кушай. Оля, молодец? Да кто молодец? Оля, молодец. Она еще и в квартире прибралась, представляете? И устала, и уже хочет ложиться в баньке. Видите, время уже 10:11. А я только что в новом инвестиционном проекте зарегистрировался. 1% в день чистой прибыли. Представляешь? Целых $10 туда инвестировал. Вот так. Круто, да? Вот, ребята. Ну что, приятного нам аппетита. Так у нас день сегодня и прошел. Пока. Пока. И я вам говорю пока, ребята. Arrivederci.